Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о холодильнике Бирюса 6027, W6027, G6027, M6027, T6027. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой. Холодильник Бирюса 6027 оснащен крепкими полками в основном отделении, которые эффективно выдерживают вес упаковок с ингредиентами контейнеров с готовой пищей. Выдвижные прозрачные ящики предназначены для удобного хранения овощей, зелени, фруктов и ягод. Корпус выполнен из металла и покрыт эмалью. При желании двери холодильника можно перенавесить на противоположную сторону. Регулируемые ножки упрощают установку, что дает возможность компенсировать неровности пола. Модель комплектуется подставкой для яиц. Габаритные размеры 190 на 60 на 62,5 см. Холодильник Бирюса 6027 – двухкамерная модель общим объемом 345 литров. Она относится к климатическому классу ST-N. Уровень шума не превышает 43 дБ. Холодильная камера 245 литров оснащена четырьмя полками из стекла и пластика, четырьмя балконами на двери и двумя контейнерами. Последние служат для хранения овощей и фруктов. Есть светодиодное освещение. В процессе размораживания используется капельная система, благодаря которой иней на стенках оттаивает в автоматическом режиме. Для выбора температуры предусмотрен поворотный регулятор. В морозильной камере объемом 100 литров расположено три выдвижных ящика из пластика. Мощность замораживания 5 кг в сутки. В основе прибора лежит хладагент R600A. При открывании более 30 секунд двери прозвучит звуковая сигнализация. В случае внезапного отключения электроэнергии низкая температура внутри техники может держаться до 17 часов. Энергопотребление модели в год составляет 325 кВт в час, что соответствует классу энергопотребления A. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. При открывании дверцы сдвигается. Слишком быстро начинает пищать открытым. При работе шумит, как стиральная машина. Верхняя дверка проседает на миллиметр. Теперь речь пойдет о положительных. Полезный объем холодильника. Симпатичный, современный и по доступной цене. Бархатистая шершавая поверхность, не марки. Узкий. В комплекте баночка для масла. Длинный провод. Колесики для перемещения по квартире. Хорошие габариты. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».